Уважаемые салаватцы, от нас с вами зависит дальнейшее благоустройство города. Вам необходимо принять участие в голосовании по благоустройству городской среды. Осуществить голосование вы можете следующим образом. Но прежде чем пройти голосование, проверьте, вы должны быть авторизованы на сайте госуслуги. В браузере вводим 02городскаясреда.ру. Далее нажимаем либо кнопку голосования в правом верхнем углу, либо кнопку принять участие в левом нижнем. Далее нажимаем «Войти» и вводим данные учетной записи на госуслугах. Далее нажимаем «Проголосовать». Выбираем объект для голосования. В нашем случае это город Салават. Выбираем одну понравившуюся территорию из 5 и ставим лайк. Все, ваш голос учтен. Голосование будет проходить до 30 мая, и очень важно отдать свой голос прямо сейчас.